Привет, привет, мои прекрасные друзья. Мы уже в другом населенном пункте. Видите, гуляем и рассматриваем горы и сады чужие. А вот улики. Видите, под орехом. Забрели мы на склад, базу. Муж очень переживает, чтобы я не попала опять в госпиталь. Потому что я имею восторженный взгляд на жизнь. И когда что-то снимаю, могу попасть в неприятность. Хотите романтику? Сейчас вам лошадок покажу. Если не грохнусь на этих ступенях. Ой, как здорово. Ты иди налево рассматривай, а я лошадок покажу. Видите лошадки? Короче. Так, мы анализируем красоту в округе.